Kia Rio вылетела с дороги после столкновения с грузовиком в Лаишевском районе. Авария произошла возле села Усады. По предварительной версии, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. В какой-то момент легковушка выехала на полосу встречного движения, где иномарку начало заносить. Что было дальше и о чем говорили водители, расскажет Илья Хайрудинова. Я, говорит, обогнала, встала, а потом меня развернула. Я говорю, что, девушка, как встала, дождь, потом еще развернула. К единому мнению о причинах аварии участники ДТП так и не пришли. Водитель Kia Rio отметила, что двигалась грузовиком в попутном направлении по развязке возле села Усады. Увидев отсутствие машин на полосе встречного движения, решила пойти на обгон. Но в конце совершаемого маневра ей не удалось справиться с управлением. Я уже обогнала, встала, то есть, на свою полосу. Меня из-за того, что гололед, дорога не чищена, меня развернуло. Он не соблюдал дистанцию, врезался в меня. Водитель грузовика по имени Юрий считает, что вся вина за произошедшее лежит исключительно на второй участнице аварии. За рулем мужчина не первый год, а потому на заснеженной дороге старается не прибавлять скорость. Увидев иномарку в зеркале заднего вида, водитель начал притормаживать, чтобы автоледи сумела закончить маневр. Учла погодные условия, начал обгонять, машину занесло. В результате столкновения у иномарки была повреждена правая боковая часть. Никто из участников аварии не пострадал. Оба остались дожидаться на месте автоинспекторов, чтобы урегулировать все спорные вопросы. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатулин, Ильнар Хатыпов, Вызов 112.